в Одинцовском волейбольно-спортивном комплексе состоялся ежегодный бал медалистов. Заслуженные награды выпускникам вручил глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. Он особо подчеркнул, что добиться высоких результатов ребятам помогли их учителя. Для медалистов Одинцовского округа подготовили обширную культурно-развлекательную программу. Ребята участвовали в конкурсах, мастер-классах на интерактивных площадках, выбрали короля и королеву бала. А в завершении праздничного вечера для выпускников выступили популярные артисты Денис Майданов и Полина Гагарина. Всего в этом году отлично закончили учебный год и удостоились золотой медали за особые успехи в учении 357 ребят нашего округа.